Приветствую вас и что бы мне хотелось вам сказать, что бы мне хотелось вам начать отвечать на ваш вопрос, так это с того, что любая привычка, будь то ваша привычка, будь то привычка курить, будь то алкогольная зависимость, будь то что-то еще всегда имеет причину. То есть это любая привычка имеет под собой физиологическую основу, имеет под собой коэффициент полезного действия, КПД, то есть то, что человек получает в результате следования этой привычки. И собственно, что не менее важно, это зависимость. И вот о зависимости, то есть я бы с вами хотел и поговорить. То есть смотрите, какая получается интересная ситуация. Вы говорите, я хочу продлить этот день. И чтобы завтра ничего не начиналось. Ну вот давайте ответим себе на вопрос. Простите, а почему же вы не хотите, чтобы завтра начиналось? Почему же вы не хотите, чтобы завтрашний день был? Он вам чем-то не нравится? Он вас чем-то не устраивает? Он напрягает вас чем-то? Что-то в нем не радует вас? Что-то не устраивает. Давайте подумаем на эту тему. Почему вы не хотите, чтобы день наступал? И вот если вы сделаете так, чтобы день, который вас ожидает, все-таки доставлял вам радость, вот тогда эта привычка и перестанет быть для вас эффективной, сколько-нибудь эффективной. Потому что, ну, сами, я надеюсь, вы понимаете, что только до тех пор привычка эффективна, пока она имеет свой эффект. Если не будет этого эффекта у привычки, то, соответственно, и самой привычки не будет. А она будет до тех пор, пока вы будете не хотеть, чтобы началось завтра. Чтобы начался завтрашний день, скажем так. И вот вам нужно сделать его более приятным для себя. Либо перестать относиться к нему так сильно, так негативно, как вы относитесь к нему на данный момент. Потому что, ну, совершенно очевидно, что день вас не устраивает, что-то вам в нем не нравится. А если бы, вот если просто представим, а если бы день, который вы так не хотите, которого вы так не хотите, если бы этот день все же начался бы, но он приносил бы вам радость, тогда вы бы его хотели. Вот и подумайте, что вам не хватает в завтрашнем дне, чтобы он приносил вам радость. И, возможно, вам стоит изменить свое отношение к этому дню, меньше быть эмоционально вовлеченным в него. Может быть, имеет смысл
изменить что-то в вашем распорядке дня, например, и так далее. Но эта привычка будет актуальна до тех пор, пока она будет получать подпитку извне. А эта подпитка извне суть то, что вы как раз таки и получаете в результате вот того, что не хотите наступления нового дня. Менять, в общем, нужно то, что у вас происходит. Если вы не хотите работать, значит, нужно менять работу. Если вам не хватает отдыха, нужно больше отдыхать, больше релаксироваться. То есть, в зависимости от того, что и чем именно не устраивает вас ваш день завтрашний, вот в зависимости от этого и нужно исходить. Что случится тогда? Тогда произойдет такая интересная вещь, что привычка потеряет свой изначальный, или лучше сказать, свой первичный стимул, и она просто не будет для вас актуальна. Ну а серьезно, как может быть актуальна привычка, если она вам ничего хорошего вообще не несет? Если она не отвечает вашим требованиям, например, если она не избавляет вас от ваших каких-то там неприятных ощущений и так далее. А пока привычка помогает вам, а она действительно продлевает воскресенье и отдаляет немножечко следующий день. Вот пока это есть, вы и будете, собственно, ей следовать. И ничто в жизни не заставит вас поменять их. Ну, разве только сильнейшая волевая регуляция. О волевой регуляции мы с вами говорили. Я вам об этом писал. Я надеюсь, вы это помните. Говорю я это потому, что вы не открываете своего имени, когда пишете. А, собственно, ваши отзывы у меня высвечиваются публично. Поэтому я надеюсь, вы не обидитесь на меня, если я вот так вот, ну, так скажу, да, что мы с вами говорили про волевую регуляцию. То есть волевая регуляция, как раз-таки, здесь вам нужна. Она поможет вам разрешить ваши проблемы. Она поможет вам не отвлекаться на вот эти вот различные факторы, которые, по сути дела, замедляют вас. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, как можно избавиться от вашей привычки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.